Это добрая дорога под Серебро? Ну, не совсем добрая. Почему? Ну, потому что причина остановки. А сейчас, в данный момент, купе ему у нас идет, правопорядок. Ага. Предоставить? Бумагу не предоставлю, нету, сразу вам говорю. Ага. Не можем такого предоставить, не придают нам эти бумаги. Нам это дают утром на разводе, доводят. Ну. За это у нас не приводят. А если есть ориентировки, то дают, да, бумаги. На что направили, напоем? Правопорядок. Правопорядок. Ну, разъясните, что значит правопорядок? Безопасность дорожного движения полностью. Так, я что-то нарушил? В чем здесь нарушение? Как при чем? Ну вы останавливаетесь с какой-то целью, правильно? Преследуете какую-то цель. Правопорядок, чтобы все ездили по правилам. Правильно вы говорите. Правильно? Правильно вы говорите. Вот. Я правила дорожного движения нарушил? Вы правила дорожного движения не нарушали. Хорошо, дальше что? Я говорю, что вы нарушили правила дорожного движения. Нет, я у вас узнаю, на что направим ваш правопорядок. Я вам... Вы бы сказали, если бы вы нарушили, я вам подошел бы и сказал, что вы нарушили ПДД. Я вам подошел и сказал, что идет ОПМ у нас. Я с вами разговариваю. На что направлен ОПМ? На право порядок, чтобы все выполняли правила, правильно? Они возили свои документы. Ага. Ну, наверное. Вы же сами на свой вопрос же отвечаете. Вы думаете, что у меня нет документов, и я поехал? Зачем? Ну как? Я знаю, есть у вас документы или нет. А, ну вот вы заведомо меня подозреваете, да, что у меня нет документов. Ну вы же хотите проверить документы? Так точно. Так точно. А как же презумпция невиновности? А в чем? Я вам что-то говорю, что ли? Ну, я же вам должен... Я же вам должен... Да не важно, как меня зовут. Ну так. Как вас зовут? Ну так, не важно. Обращайтесь, водитель, гражданин. Вы сами себя уважаете? Конечно, уважаем. Я вас из этого и спрашиваю, как вас зовут? Меня Нурлан зовут, я вам представил, Сериков моя фамилия. Очень приятно. Хорошего воскресного дня. Как? Хорошего воскресного. Я слышу, ну машина проехала, не слышу. Можно ехать? Нет, документ нужен. Ну документ, я же вам говорю, вы... Я вам еще раз объясню, если вы думаете, что какие-то неправоправные действия вам, в отношении вас я веду, то вы можете пожаловаться на меня. Документ у меня есть, в полном порядке. Предъявите, мне не надо передавать там, предъявите мне ваши документы. Нет, они у меня есть, и в полном порядке, понимаете? Ну все, предъявите, пожалуйста, мне ваши документы, и счастливого пути. Ну, я просто так документы не показываю, на основании чего-то... Я вам не просто так, я вам еще... Ну как не просто так? Я вам еще раз говорю, я же вам объяснил. Я вам еще раз буду поговорить, на что направлен наш ОПМ. На право порядок, правильно? Ну, правильно. Почему вы постоянно здесь стоите? У вас машина... Ну, нельзя же вам стоять опять. Уже второй раз меня тут останавливают. И вы же останавливаете, да? Правильно? Правильно, правильно. Правильно. Давайте удостоверение ваше посмотрим. Это ПДД. Вот, пожалуйста, ДТП, да, вызывает вас? Ну вот, Сериков Турлан Жумартович. Ваши можно документы? Ну я же вам еще раз говорю. Ну, без оснований я же не показываю. Ну, чтобы проверить документы, нужны основания, если понимаете? Если вы думаете, что я в отношении вас что-то неправильно делал, пожалуйста. Я же вам говорю, чтобы проверить документы, нужны основания. Я вам еще раз говорю, есть основания, ОПМ, я вам еще раз говорю. Это не основания. А что это? Это одна из восьми причин, остановки. Вы же мне не предоставили ОПМ, я же не знаю, это с ваших слов. Ну, давайте почитаем статью Конституции, 13, пункт 8, пункт 3. Ну, я читал ее, могу вам зачитать. Зачитать вам? Вы обязаны предоставить. Я вам еще раз говорю, нам доводят утром. Ну, это же не моя проблема. Ну вы обязаны выполнить статью Конституции. Выполняйте, пожалуйста. Я требую, чтобы вы выполняли. По требованию я вам служебное удостоверение показал. Ну это понятно. Я вам объяснил. Ну, а чтобы проверить документы, нужны основания. Вы причину остановки назвали ОПМ, да, я согласен, да. Какие-то с моей стороны неправоправные действия. Ну, без основания проверяйте документы. Ну так.
я вам объяснил, вы только что повторились. Я вам объяснил причину установки. Вы обратно говорите, без основания. Ну, без основания. Но это причина установки. Основания, проверьте, это разные вещи. Я вам еще раз, есть пункт правил 2.1.1? Есть, конечно, я его выполню, безусловно. Конечно. Я же не отказываюсь вам предоставить. Я же не отказываюсь. Я выполню его, конечно, выполню. Я обязан его выполнить. Но прежде чем я выполню пункт 2.1.1, выполните, пожалуйста, статью Конституции. Предоставьте мне ОПМ. Ну как? Сказали мне зачитать хотите? Ну я же ищу, я сейчас зачитаю. Статья 18, пункт 3. Государственные органы, должностные лица и средства массовой информации обязаны обеспечить каждому гражданину возможность ознакомиться с затрагивающими его права и интересы документами, решениями и источниками информации. Ознакомите. Я еще раз полицейский. Максим Васильевич. Максим Васильевич, да. Я вам еще раз объясняю, что бумагу вам я никакую не покажу, потому что ее нет. Ну ее в принципе нет, правильно вы говорите? Нет? Ну потому что ее нет в принципе. Ее доводят утром на разводе. Ну вы требуете, что у вас требует водитель на основании Конституции. Это вы же уже вы все знаете, понимаете? И продолжаете все равно на этом стоять. Господин полицейский, все, мы поедем, давайте. Счастливого пути вам, там ДТП же у вас. Документы можно ваши подать? Ну у меня они есть, я уже вам говорю. Ну без оснований я же не предъявляю. Я вам сейчас объясняю. Если какие-то в отношении вас я веду, можете на меня пожаловаться. А вы мне обязаны предъявить документы. Я обязан, конечно. Пути вам. Где ваши документы? Ну, без оснований я же... Основания нужно, понимаете, проверить. Какие основания у вас? Проверить мои документы. Я вам еще раз, какая причина ОПМ? Это причина остановки ОПМ. Да, вы меня остановили. Теперь основание проверить документы. Цель какая у вас проверить документы? Вы кто будете? Цель у вас какая проверить документы? Выявить, есть они у меня или нет? Опять же, презумпция невиновности. Вы заведомо... Ни в чем я вас не подозреваю, презумпция невиновности. Ну, у меня есть документы, вы поверите мне на слово? Нет. Ну вот, и я вам не верю. Господин полицейский, я вам тоже не верю, понимаете? Я тоже понимаю вас. Ну, мы с вами не первый раз сталкиваемся. Ну, правильно? Ну, правильно. Все правильно. Все правильно. Ну, я опять одно и то же, вы понимаете? Я вам еще раз объясняю. Бумагу я никакого вам не предоставлю. Ну, хорошо. Вы, ну, я вам тогда документы... Я вам предоставил служебное удостоверение. Вы потребовали? Я вам предоставил, правильно? Да, правильно. Причину остановки я вам назвал. Назвали? Назвал. Вот. Переоснование проверить документы. Какую цель вы преследуете? Мои документы как увидеть. Основание? Ну как вы сами... Ну как? Основание? Ну вот... Вы водитель? Ну я водитель. Покажите, пожалуйста, водительское удостоверение ваше. Ну я без что основания не обязан вам предъявлять. Я вам, еще раз... я вам говорю, у меня есть документы. Можно заниматься. Они у меня сами. В порядке. Я без документов раз... не ездил. Я участник общественного объединения ОСА. Поздравляю вас. Я вас вот. Поздравляю. Я без документов не ездил. Правила я не нарушаю. Стараюсь не нарушать. Это правильно. А сейчас вы меня нарушаете, мои права. Я вам еще раз говорю, если я ваши права нарушаю, то можете на меня пожаловаться. В любые инстанции. Документы введите, пожалуйста. Я вам еще раз говорю, оснований нет. Вы какую цель преследуете мои документы увидеть? Убедиться, что у вас есть водитель. Ну вы заведомо полагаете, что у меня их нет? Я не предполагаю. Я ну поверьте мне на слово тогда. Вы мне предъявите, пожалуйста. Ну я... Как я могу без оснований вам предъявить? Я не пойму. Я вам причину остановки объяснил. Объяснили. Объяснил. Так. Служебное удостоверение вы попросили. Предъявили. Все правильно, все. Вопросов нет. Вопросов нет. Вопросов нет. От меня. 2.1.1 по правилу, пожалуйста. Я вам не говорю ни за какое нарушение, я вам объяснил причину остановки. Одну из причин остановок. Потом не имеет права. Ну. Также вы мне не предъявили бумагу УПМ. Я вам сразу сказал, ее нет. Ну а что? Ну это же не моя проблема, господин инспектор. Это же не моя проблема, что у вас нет. Вы на этом не зацикливаете, вы мне водительское удостоверение свое покажите. Документы на без оснований я не буду показывать, понимаете? Оснований нет. Вы заведомо полагаете, что у меня их нет, и хотите их проверить.
Я применяю статью презумпция невиновности. Я не обязан вам доказывать, что они у меня есть. Почему здесь это вообще? Вы же хотите убедиться, что они у меня есть? Ну вы же водитель транспортного средства. Ну, правильно. Я вам обязан доказывать, что я водитель? Ну я вам обязан сейчас доказать. Предъявить свои документы, я обязан вам доказать, да? Ну? Ну а как презумпция невиновности? Я не обязан никому ничего доказывать, я же ничего не нарушил. Вы обязаны предъявить документы? Я обязан, да, предъявить на основании чего? На основании того-то. Вы нарушили правила, вы то, вы все, пожалуйста. Ну сейчас нет оснований. Я ехал, ничего не нарушал. Вы меня остановили, говорите УПМ, бумаги у вас нет. У вас сплошные нарушения с вашей стороны. Ну правильно, господин инспектор? Я правильно говорю? С вашей стороны нарушения. Дискуссией можно заниматься часами здесь. С вами ну можно, да, конечно. Уже, наверное, 10 человек проехали, наверное, там пьяные, а вы тут со мной дискутируете. Ну, давайте, без причины. Пьяный, как вы определите, что он пьяный? Ну, как вы определяете? Ну, вы говорите, что я проехал человек 10. Да. Я должен... Я говорю, возможно. Ну? Возможно. Вы сами ну, вы... А как я должен выявлять пьяных водителей? Вы мне объясните. Какие-то они же ну, как они делают правила эти а вы чем... движения. Вы так же можем прямо и ехать. Ну, вы же уже со мной полчаса говорите, вы же должны почувствовать, пьяный я или нет. Не, при чём здесь? Вы сами сейчас говорите, уже человек 10 проехал пьяный. Ну вы должны патрулировать и ездить, а не стоять, опять же. Так, вы же... Вы почему опять на этом месте и стоите? Общественное объединение ОСА, правильно? Да, мы. За правильное вождение, ну как все, да, положено. Да. Водители нетрезвого состояния, кто, угроза? Угроза. Угроза. Как мы должны их выявлять в потоке? Ездить, патрулировать и выявлять. Как выявлять? Ну я не знаю, это у вас там, я же вас не буду учить, вы же знаете как. Останавливайте средствами громкой связи. Сейчас, говорили, сейчас мимо вас уже где-то человек 10 проехал. Ну я предполагаю, ну, да. Ну как предполагаю? Вы мне же говорили только. Как вы будете предполагать? Вы же говорили мне. Ну я же не буду вас учить, как это делать. У вас ну, есть там. Меня не надо учить. Ну правильно. Ну а я зачем? Вас остановил, вас вам все предъявил, пожалуйста, вы мне такое. Ну не все, вы мне вообще ничего не. Вам, вы мне ничего не предъявили. Человек 10 пьяный проехал. Вы мне еще ну, ничего не предъявили. Вы просто мне... Конечно, вы я же не против вас. Нет. Я сейчас не против вас. Вы настроены против меня. Каким образом? Каким образом? Ну, вот, у вас, ну каким образом? Я просто не в отношении именно вас говорю. Вот люди смотрят, молодежь смотрит. Много ситуаций было таких, которые также не предъявляли, не предъявляли. Mm-hmm. Потом уже начали проверять. Человек лишенник. Ага. Он насмотрелся видео у вас, да? Не, ну смешно, вам смешно, но это работа наша, поймите. Да я... Правильно же? Да, не так работа, же, служба. Так же, да, человек будет сидеть, он тот лишен права управления, не имеет категории. Вот у вас же есть мне. Покажите, документация, покажите которым... Покажите мне на... те документы, покажите те мне документы. Правильно? Ну, неправильно. Вы обязаны, пункт правил 2.1.1. Да, конечно, обязан, я же не отказываюсь его выполнить. Ну, чтобы его выполнить, нужно основание. Основание это УПМ. ОПМ вы меня остановили, да? Я все, вас да. Но вы, ОПМ же, опять же, вы мне не предъявили. Вы мне попросили бумаги, я вам сразу изначально скажу, бумаги не ставили. Ну неправильно. Ну раз нет бумаги, значит не ОПМ, скажите другую причину остановки. Раз вы говорите одно, а подтвердить вы это не можете. Как я могу другое назвать, если ОПМ? Вы говорите одно, а предъявить это не можете. Выходные дни. Господин инспектор. Нет, вы просто всегда, выходные дни всегда идут ОПМ, потому что направлены на грубые нарушения. То есть. Пьяный водитель, выяснил. Да согласен я, согласен я, что у вас УПМ. Ну, вы мне не можете ничего предъявить, понимаете? Ваши голословные слова. Я вам сейчас честное, благородное слово говорю. У меня документы есть и в порядке. Предъявите и счастливого пути вам воскресного. Сами себя задерживают. Ну. Основания нет, понимаете? Ну вот именно. А вы стоите, дискутируете. Я же не против вас, мы же совместно все. Всегда, да. Конечно. Совместно. У нас раньше, когда ГАИ было, у нас были Лазута Руслан. Он всегда собирался с нами в ПВД и объяснял, вот, вот так. Да, все правильно. Это правильно. Это правильно, да, конечно. Правильно. Я же не говорю, что это неправильно. Так же вы нам должны помогать, понимаете?
как общественное объединение на сайте. Я так и полагаю. Ну да. Так я же вам говорю, как правильно, вот сейчас советую вам правильно нести службу. Вы должны патрулировать. А вы поехали, остановились и начали опять останавливать. Ну вы патрулируйте, пожалуйста, по городу. Выходные дни, это у нас в любом случае будет ОПМ, право, я вам говорю, причины какие у нас. Вы имеете право, да, стоять, ну, в каких местах? В каких местах? Ну в каких? Точки отстоя, там отдохнуть, туда-сюда, там что-то где-то, документы составить. А вы здесь постоянно? Постоянно будете здесь стоять? Конечно, чтобы люди не превышали скорость. Там пешеходный переход дальше. Я ничего не нарушил, еду спокойно. И опять же вы меня тут остановили, опять же нарушили мои права конституционные. И опять же вот это мне неприятно. Вы же смотрели прошлый ролик, да, чем он закончится? Вы, правда, ушли, а командир взвода ваш подошел. Ролик? Да. Ну, я же вам говорю, вы же меня здесь остановили. Вы же помните, вы сделали. Да. Ролик, а что здесь ролик? Ну как, вы же должны на своих ошибках учиться, чтобы неправильно сделали. Я эти ролики даже смотреть, не выбилось. Честное слово. Это может, ну, посмотрите. Там ДТП. Да. Времени нет, надо смотреть. Я понимаю, конечно, у вас служба. А так, выходные дни всегда, это ОПМ, это... Я не спорю, вы требуете у начальства, пожалуйста, копии хотя бы ОПМ и все. Что с вас водители требуют, согласно такому-то. Вы можете же ему сказать? Можете. Это ваше право. Потом вот такие ситуации получаются. Бумагу показали, все, без проблем. ОПМ направим туда-сюда. Все расписали, все как правильно, все по закону. Мы же. Как и должно быть. Как и должно быть правильно. Ну, это все зловесно. Осторожно, зеркало. Грязно. Нет, вы чуть не задели его. Свернуть можно. Господин Смит, там ДТП у вас. Дискуссии еще раз говорю, много можно. Ну, много, конечно. Да что вы? Ну, тут уже, знаете, дело принципа. Принципиальность не надо никогда. А мои принципы, знаете, чем подтверждены? Законом. Ну, законом мои принципы подтверждены. Вы сами говорите, мы должны вам помогать. А мы вам, конечно. Я не спорю. Тогда будет порядок, который вы хотите, правильно? А вы? Мы тоже этого стараемся. Мы всегда это делаем. Вот так. Давайте вот с этого момента. На протяжении 11 лет. Вот с этого момента мы начнем действовать в рамках закона. В отношении ничьи хотя бы меня. Ничьи права вы не имеете. И остальных тоже. Не, ну правильно. Правильно. Любого водителя, правильно, я. Водительское можно вообще? Ну, техпаспорта нет у меня такого. Ну, вот начинаем сидеть. Ну, а как? Ну, надо называть своими именами. Я могу тоже служебное удостоверение свое показать. Не, мне водительское. Водительское? Ну. А служебное? Вот только что я спешу, можно, понимаете? Ваше, пожалуйста. Первый раз видите, честно слово. Ну что? Да, вот именно так. А удостоверение ОСА первый раз видите? Почему? Что-то никогда не видел. Вот посмотрите, так оно выглядит. Подпись вот. Действительно, можно, да. Ведь у нас тоже есть свои обязанности. Нет, видите, вы же официальные. Я вам официально, конечно, а как? Просто были случаи такие, вот молодежь сами. Вот это. Насмотрится вашего ютуба и начинает. Ну почему? Вот. Что, Максим? Счастливого. Счастливой службы вам. Спасибо. До свидания.